Добрый вечер, Квантум с вами. Сегодня мы играем сломанный телефон или же Gartic Phone. Нас ждут разные режимы. По ходу ролика ты все поймешь. Приятного просмотра, не забывай про подписку на канал. Начинаем. Это Gartic Phone, и мы играем в плагиат. Нас 6 человек и... Будет интересно, давно не было Gartic Phone, здесь наша задача. За максимально короткий промежуток времени сделать что-то очень красивое, прекрасное, яркое. И давай рисовать что-то новогоднее. Это нам не нужно, нам нужно вот это вот. Что-то яркое, красивое и интересное. К примеру, давай нарисуем медведя. В дальнейшем участники должны будут этот рисунок перерисовать максимально детально. Но проблема в том, что времени будет максимально мало оставаться, и рисовать его, как ты понимаешь, будет крайне непросто. Это не очень похоже на медведя. Пускай будет, конечно, красного цвета, это же Новый год все-таки. Эту тоже блямбу зальем. Медведь пусть у нас будет белый. Здесь продолжение от шарфа идет. А вот такой шнабак у него. От шнабака у него приличный рот идет. Тело дорисуем, а то я уже начал детализацией заниматься. Это ненормально так делать. И рука у медведя уходит вот сюда. Это его, если что, лапенка. Теперь что мы делаем? На оставшееся времени дорисовываем нашего мишку. И делаем хорошо. Так, давай нарисуем. Плохо. Я не успел. Я давно не рисовал. Я потерял весь свой скилл. Какая печаль. И вот здесь такая веточка у него с вишенками. Блин, на торте. Я успею нарисовать листик. Я не успел нарисовать лист. Что это такое? Ну, как я и говорил, я это должен теперь нарисовать. Это, я так понимаю, Акера рисовал, судя по всему, да? Ну, рука была. Я просто не знаю, что это. Я не знаю, что здесь дорисовывать можно было. What the fuck? Но времени будет оставаться все меньше и меньше сейчас, поэтому фон у нас был серого цвета вроде бы. Он там вроде плакал у нас. Блин, я не успел его. Что это за самурай? Угу. Хотя какой самурай? Это же ковбой. Вот такой ковбой получился у нас. Трындец, у меня в детском саду. Мне стыдно за это. Но в целом техническое задание было именно такое. Это какой-то неудавшийся логотип от Мехакера. Ну давай сделаем удавшийся логотип. Пусть мне хакер порадуется. Давай еще, подожди, стиля добавить надо. А не успел стиля добавить. Ух ты, блин. Ух, жопка на пляже. Давай, жи-жи-жи, жопка на пляже сделаем, лежит. О, мы все сделали. Небольшая реклама, где я расскажу тебе про классную игру, которую можно играть с компьютера и телефона. Это Hustle Online. Бесплатная онлайн-игра с открытым миром от третьего лица. Как и говорил ранее, в нее можно играть с компьютера и телефона, с живым общением и дружелюбными игроками. Здесь ты сможешь влиять на жизни людей, стать депутатом или мэром, принимать важные решения. Хочешь больше экшена и веселья? Тогда становись на криминальный путь. Мути грязные делишки. Для этого в Hustle Online есть все необходимое. Кстати, у меня для вас есть промокод Quantum. Активируй его на 15-м сервере и получай крутые бонусы при старте. Скачивай Hustle Online по ссылке прямо сейчас, вводи промокод из описания и будь самым крутым на районе. Да, хорошо, поехали, посмотрим, что... Это Миша как раз-таки. Поехали. Я первый и не успел дорисовать. Да, какой Мишка милый, посмотрите, какой лапочка. Вот что мне попалось, я не успел рассмотреть. А, ну что-то подобное. Ну неплохо. Вот это мне и не успел досмотреть, в итоге нарисовал это. Это что-то из детских ужасов. Это да, какой-то пылающий. Ночной кошмар. Ну, губка Боб. Это кальцифер получился какой-то. Это огонек из этого, ходячего замка. Это губка Боб. Да, кальцифер из ходячего замка. Да, да, кстати. Был медведь, стал обиженный Спанч Боб, у которого нос повис. А что-то очень знакомый дизайн. Это откуда, Мишка? Я не знаю, с интернета. Вот эта фигня мне выпала, что это? Что-то этого я тоже не видел. Загорелось как-то внезапно. Это не елка в жопе, это хвост. Это елка в жопе. За что до меня дошло? Это кто-то на огне. Елка в жопе! А, понятно. Боже. Это точно жопа. Миша, что это за фигня? Был просто женщина-кошка, стал, блин, солонка. С капелькой, блять, да. Руди следующий, Юра!
Ну, конечно, я знаю, что мне дошло. Ну, сори, но я... Как его скукожило быстро. Это герой с мультика какого-то. Да-да-да. Вот украинец в папахе. Тарас Бульба. Вообще. Он ковбой получился какой-то. Ну, это все еще шляпа. Вот, это чисто чувачок из Монополии. Что это дизайн? Ой, почему у него ноги? Почему у него ноги из головы растут? Это не ноги, это куртка. Это плащ какой-то, да. Плащ на нем. Вот это вот, реально, вот. Даня такого мишку нарисовал, а он. А, я перепутал, где, да, кстати. Погоди, а с какого момента он так вышел охеренно? С какого момента? В каком-то моменте он был прям охерен... А, ну, вон, значит, дизайн. А, оказалось. А, понятно. Просто... Мэ? Но он сохранился. Ну да, да, так это несложно, реально, просто... Дизайн следующий. Дизайн, let's go. Даня. Это кто с татухой моего имени? Окорочок лежит такой к вам. А почему жопа без трусов зашла ко мне? А вот поэтому. Я не успел говно нарисовать на жопе. Это на голову Патрика похоже. Грызет какой-то жопой кверху спит, реально. Вот это не дошло просто. Ля, ты перевернулся, чтобы на солнышке греться. Ну, кстати, слушай, не до конца сохранилось. Даже цвет, а как ты цвет угадал изначально, там так же было? Ну, там что-то не сложно. Ой, и роз, это было хорошо. Сайджак, хуяся. Это я всю карту. Пиздец. Превратилось в какую-то, не знаю, сперматозоиду пору. Это облачко, в котором текстик в комиксе. Да, да, он просто... Это просто вообще какая-то обиженная фигня. Образное облачко. Это некроворф какой-то. Это что, это черепашка? Крик Эдварда Мунка, это крик. Это член крик. Это было почти хорошо. Это дополнение нам нужно нарисовать буквально две какие-нибудь части. Да, вот все что угодно. А ребята должны будут... с этого что-то придумать и сделать. Я нарисовал буквально несколько линий, и теперь их задача дополнить это. По-любому здесь ядерные взрывы у всех будут. Я серьезно говорю, вот проверим. По приколу чисто. Еман, это что, логотип Гартик Фона? Так, время вышло. Почти что нарисовал. Это что-то очень странное. Ну, пусть тогда будет. Вот, вот так вот. Типа, ай, как больно. Капец, у нее, конечно, клешня получилась, а не рука. Так, покрасить я не успею, но и так сойдет. Вот так еще сделаем. Нормально, и так сойдет. Это нафиг кролик Роджер. Пусть будет кролик. Нашкодил и уши повесил. Время на исходе. Морда у него еще не дорисована, как и нет глаз, поэтому нужно торопиться. А, не успел, ему еще хотел... пятен крови нарисовать, это что такое? И здесь рисуем землю, типа ракета летит. Еман, гениально почти что. Что это за континент, я, конечно же, не знаю. Он выдуманный. Так, и тут давай такие блики небольшие. Не успел блики нарисовать. Ва! Так, у мехакера явно какие-то проблемы. И шапка новогодняя такая же красная. Это мощный, бодрый Веном. Был... Это мое вообще-то. Почему я свое рисовать-то должен? Алло! Рисунок Дани. Подготовительная группа детского сада. Я нарисовал какую-то фигню по приколу. Блин, меня заставили рисовать ее в конце. Да, да, так вот. А что за рулем кто-то едет, не помещается в машину. Что это, Акера? Жопа срет или... Это жопа. Фёся хочет шоколада. Вот тоже неплохо. Это жаба, блядь, с ануса. Да, да, это жаба. Ужас. Миша, what the fuck, ты о чем думаешь? Это я, Ваня, была, Миш, ты не понял. Акера следующий. Собака стрёмная. Вот что это, блин, нафиг кто это сделал? Я не знаю, это, блядь... Что-то медленно время, быстро время идёт. Он Сергеевич, а, нихуя себе ты. Он Сергеевич. Кто фламинго посадил? Ну, это камыши, нормально. Чел, да. Это что за животное? Фламинго. Ну, или лебедь, хуй знает как.
Ракета. Я решил не париться. Ты дурак, дизайнер! Господи. Это ампутация дизайн травматическая. Да, 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 там такие ножнички. Руди следующий. А я что я делал? А, я... Ты Гартик Фун рисовал. Вот это вот. Это Дискорд же, блин. Да нет, это Гартик Фун. Это вон наверху. Я буквально обвел. Да что нафиг такое? Чего? Тостер. Тостер с хлебушком такой. Дискорд. Какой ты причем понял? О, Супер Мидбой. Супер Мидбой, хорош. Он, правда, лайк показывает. Да, я. Танос. Танос. Хорошо. Тут, кстати, все от этого как-то отличились. Ну да, 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 все. Как-то все красивые. О, Миша просто. Я не ЧСВ. Как же... Акер повелся, плюс один. Я просто сделал, а вы чего? О, Гринч. А, это Гринч написано. Соник. Почему? Я раз не все слышал. Сори, побрился только. Это же под него подпевал, когда пил. Да, да, да. Вот это я не получаю такое. Это чувак ебет дерево. Он обнимается. Да ебет, я не... Нихуя ты спрятал, блядь. Хуя. Реально заяц такой. И еще второй заяц тоже смотрит такой. Что это заяц, да? Кого-то уложили. Да ну блин! Вот. Сзади банка должна все, быть. Все по одному члену нарисовали, чтобы да, это реклама шампуня какого-то. Так. Там на заре должно быть. Это вообще сложно было. Жесть. Очень сложно. Погиб, играя. Не, я там просто один палец не успел дорисовать. Это... Как нейросеть рисует девушек, да? Да, да. О, кишка. У меня вместо... Кишка. Краб кусает ногу. Ебать, нихуя, ампутация онлайн. Кто-то змею душит? Ну, змею душит, все правильно. Бана! Следующий режим обычный. Нам нужно придумать ситуацию, а ее уже будут графически описывать. Гигачат пришел к мехакеру. Ура! Сейчас я буду Карлсон и малыш 18 с плюсом. Как это тупырь вообще выглядел, я забыл, этот Карлсон. Что у него? У него был огромный жирный нос. Нет-нет, заливка нужна. Блин, я надеюсь, я почти успел. Что это за хрень? Я не успел нарисовать Карлсона 18 с плюсом. Теперь твоя очередь описать этот рисунок. Я хоть успел сохранить, там приняло? Ватман упал лицом в какашку. Дед Мороз оставил не тот подарок под елкой. Что, какое они описание этому придумают, стоит только догадываться. Все. Обаму грабят. Это самое легкое задание. Поехали. Гигачат пришел к мехакеру. Только мехакеры собрали. Гигачат был. Махачкала. Это планета для качков. Махачкала! Карлсон и малыш 18+. Вот эту фигню я, блин... Это ужас. А, вот что это было. А где Карлсон под радиацией? Нихуя. Охренеть. А, боже, ебать. Мутировал самолет. Ядерный человек Аэробус. Боже, блять, вот что до меня дошло, блять. Ядерный человек Аэробус. Амогус, да. Руди. Женщина-кошка жрет крысу в говне. Вот что это было! Трындец! Блять. Ватман упал лицом в какашку. Ватман упал лицом в какашку. Бэтмен, типа. Это буквально понял. Лист задолжал выплаты по кредиту, и его чкнули в говно. А, да, те самые листики из детства. Вот она, валюта. Миха.
елочная игрушка с логотипом Михакера. Где травма какая-то висела? Дед Мороз оставил не тот подарок под елку. Да тот, тот. А смысл-то сохранился? Тот. Подарок моей мечты. Слишком буквально. Вот она, да. Это Тесла, что ли? Это Тесла чисто, это для трак. Толпа зеков поймали милого котенка и смотрит Амини в камере. Амини. Амини в камере. Амини. Новогодний досуг в КПЗ. А-а-а, я понял! Это на них охранник смотрит с другой стороны. Дед Мороз оставил не тот подарок. Его посадили на 25 лет. Я рос следующий. Мертвый хот-дог. Мертвый хот-дог? Ого. Совсем тяжело ему. Бургер зашел не в тот район. Вот что значит бургер. Ну ладно. Блин! Абам грабит. Я здесь, ребят, помогите. Хорош, хорош. Тонко. Да не очень. Зато черного как, а? Это был Гартвик Фон. Как тебе серия? Пиши в комментариях. Не забудь про подписки. На канал Квантум был с вами. До скорых встреч.